спикер Народного совета самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, полпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин заявил, что представители республики изначально стремились решить конфликт в Донбассе диалогом, но действия Киева заставили их взять в руки оружие. «Мы изначально не собирались военным путем решить данный конфликт. Мы хотели изначально диалога, изначально быть услышанными, и только абсолютно жесткие условия, в которые поставила нас Украина, заставили нас взять оружие в руки», заявил Пушилин в четверг в рамках круглого стола пути интеграции Донбасса в Россию в Луганске. Он подчеркнул, что противостояние находилось в настолько горячей фазе, что переходить к обсуждению экономических, политических вопросов для Киева было очень болезненно. К моменту подписания документа, Минские соглашения, РЕД, мы были готовы вступать в диалог, вести политические дискуссии, решать экономические вопросы по взаимодействию, однако Украина была не готова. К сожалению, мы видим, как развиваются события, Украина не готова и по сей день, сказал спикер.